К другим новостям. Областной суд оставил без удовлетворения апелляционное заявление Серика Ахметова, несогласного с многомиллионным штрафом. Ранее мы рассказывали о том, что экс-премьер-министр намерен обжаловать результаты суда по иску Акима Караганды. Суд первой инстанции определил штраф в размере 17 миллионов тенге. Дело было возбуждено по иску акима города Караганды Нурлана Аубакирова, который просил суд взыскать с ответчиков более 200 миллионов тенге. В марте этого года Казбекбийский районный суд номер 2 Караганды частично удовлетворил иск и постановил взыскать с экс-премьер-министра Серика Ахметова и других не более 17 миллионов тенге ущерба. Пятеро ответчиков не признавали исковые требования в полном объеме и просили коллегию отменить решение Казбекбийского районного суда номер 2 и полностью прекратить производство по гражданскому делу. Однако областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение районного суда номер 2 Казбекбийского района города Караганды от 18 марта 2017 года по данному гражданскому делу оставить без изменения апелляционные жалобы сторон без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, и стороны, участвующие в деле, могут обжаловать его в кассационном порядке в течение 6 месяцев в Верховный суд Республики Казахстан.